Только за последние несколько дней в Бирске произошли как минимум 3 квартирные кражи. Во всех случаях наживой преступников стали наличные деньги и золотые украшения. Каждую неделю в Бирский отдел МВД поступают заявления о квартирных кражах. Преступления совершаются в разных районах города. На этой неделе непрошенные гости побывали в домах по улицам Красная Сибирь, Карла Маркса и Ленина. Все кражи преступники совершили при помощи подбора ключей. Оперативная обстановка на территории города Бирска по линии краж чужого имущества продолжает оставаться напряженной. На прошедшей неделе было совершено 3 кражи с проникновением в жилище. Ущерб по данным кражам составил около 250 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела, проводится проверка. Наживой грабителей становятся наличные деньги и золотые украшения. Самый крупный ущерб за эту неделю был нанесен хозяевам квартиры по адресу Красная Сибирь, 101. Из нее были похищены деньги и золото на общую сумму более 220 тысяч рублей. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия. Грабителям грозит наказание до 6 лет лишения свободы.